Любовь к дереву как национальная черта. В Северном федеральном университете открылась выставка «Лесная страна Швеция». Это одно из ключевых мероприятий Дней Швеции в Архангельске. Фестиваль проводится в третий раз. С подробностями Элла Микушева. Инсталляции, публичные пространства и здания дереву рады везде. Национальный взгляд на этот материал представили на фотовыставке «Лесная страна Швеция». Хочу отметить, что в этом году Дни Швеции имеют особое звучание, поскольку ознаменуют переход председательства в Совете Баренцева региона от России до Швеции. В течение полутора веков шведам запрещали строить высотные дома из древесины из-за их пожароопасности. Но в 90-х годах это ограничение сняли. Начался бум творческих экспериментов с деревом. Сегодня 15% новых многоквартирных домов в Швеции деревянные. Мы являемся частью Баренцева евроарктического региона. Это значит, что наши ближайшие соседи – это Норвегия, Финляндия и, разумеется, Швеция. И мне кажется, что жители нашего города, которые, в принципе, являются жителями этого крупного арктического региона, должны знать о странных соседях. Дни Швеции в Архангельске проводятся в третий раз, и главной площадкой для мероприятий фестиваля вновь выбран САФУ. Студентами я уверен на 110%, что мы будем делать проекты с ними, потому что уже шведский язык преподается уже больше 20 лет в САФУ. Это уникально, это для нас очень важный партнер. И студенты здесь сами делают очень много, чтобы распространять знания о Швеции. Фотовыставка уже побывала в Санкт-Петербурге и в Петрозаводске. В научной библиотеке САФУ ее можно увидеть до 20 декабря. Элла Микушева, Анна Баданина, Сергей Земских. Время региона.